Привет! Сегодня на распаковочке вот такая вот коробочка. Пришлось ее вскрыть на пункте выдачи, ну, чтобы проверить, не помяли они ее, потому что были такие инциденты. Вот. Ну и в принципе, вроде упаковано все хорошо. Все как лежало, все так и лежит. Поэтому, ну, получили и перебрались сюда. Так, значит, вскрываем. Накладная. Дополнительно проложили там бумажками. Поролончик старенький, но куда-нибудь еще годится. Так, и значит, суть всего разговора. Оп, как у нас тут интересно соединено. Ага, на резиночке. Так. Опа-на. Вот такая вот у нас тут. Штукенция. Как вам? Сейчас посмотрим, что тут и как. Я думал, здесь у нас будет подсветка еще и в фарах. Нет, тут нету. Ладно, давайте дальше смотреть. Так, ну начну с того, что здесь у нас... Опа! Рема Хобби. Да-да. Еще один Рема Хобби в нашей команде. А почему Рема Хобби? Да все потому, что... Как я уже несколько раз упоминал, хобби у нас не бюджетное, но мы идем бюджетным путем. Вот, поэтому и вот эти модели у нас будут. Так, что тут у нас? Сломались, значит, уже у нас, получается, стоечки. Придумали уже вот такой расклад. Дальше что у нас? Туманочки вперед. Лебедочка есть. Китайская серва. Так, фонари у нас не подключены. Так. Ну, сейчас разберемся. Давайте уберем коробку. Посмотрим, что еще здесь. А здесь у нас задний бампер с площадкой вот такой. И запасное колесо. Диски я такие брал с китайской резиной. Вот что-то он от холода, наверное, что ли, резину бы поднакачать немножко. Ну ладно, давайте вот эту сюда. Все, в коробочке больше ничего, меняем. Аппаратура не стоковая, не от Рема Хобби, замененная. Так, AX3. Не знаю, сейчас по приемнику посмотрим, чья это аппаратура, что за фирма AX3. А, вот тут значок Аксиала. От Аксиала, наверное, от первого поколения, наверное, аппаратурка. Вот, дальше смотрим. Собираем потихонечку воедино. Кастомный задний бампер из алюминия резаного.
Так, отдельно у нас получается. Аккумулятор на лебедку. Такой, грубо говоря, гидрид тут примотан. И получается, что в штатное место вот так вот заколхожено аккумулятор для всего. Но сейчас мы с вами запустим это все дело. Что тут у нас? Кнопка почему-то оторвана. Так, это приемник, загерметченный вроде бокс. Так, серво сюда идет. Угу. Так, ладно, сейчас разберемся. Так, ага. Лебедка от тумблера исполнена вот так. Из сервомашинки. Вот. По свету почему-то только один фонарь. Вот. Свет оторван. Так, этот разъем у нас идет, получается, наверх под люстру. Кузов у нас, получается, будет откидной. Вот он на клипсиках на таких держится. Колхозненько. Сейчас прикрутим быстренько бампер. Выворот у нашей рэмки сделан офигенский. Сейчас посмотрим, как этого они достигли. Что там заменено. Ну, выворот шикарный. То ли кулаки другие стоят, то ли еще что-то. Регулятор оборотов стоит от чего-то, по-моему, скоростного. Вот, поэтому вентилятор на моторе. Поэтому, думаю, можно будет использовать и 3S аккумулятор. На моей рэмке, в принципе, мосты, коробка, тьфу-тьфу-тьфу, живут. Единственное, что у меня произошло, это вырвало кардан. Но, как говорится, кардан был стоковый. Вот, поэтому не мудрено. Так. Ну что, возьмем, значит, аккумулятор от ХГшки, стоковый маленький, так, для проверочки, сюда. Вентилятор закрутился, все, так, выключили. Далее, что вот это такое, не могу понять. Так, почему-то качалка у нас откручена. Машина не едет. Почему? Смотрим. Так, давайте померяем базу. Я думал, увеличенная. Нет, 310. 310 база. Так, смотрите, значит, собрал. В принципе, она все ездит. Так. Отошел, значит, контакт вот здесь, в этой, как ее, в слюде от мотора, поэтому она не ехала.
и открутился болтик, значит, на серве. Но это сейчас мы сделаем. Самое главное, смотрите, вот кто ездит на ремохобби. Вы знаете, как там поворачивается руль? Ну, вот так, да? Не больше. Смотрите, что происходит здесь. Представляете? Вот это углы. Как этого добились? Я обязательно расскажу в следующей части. Вот, вы посмотрите. Вот, и в принципе каждый сможет себе это сделать. Так что смотрим, значит, на модель дальше. Та-да-дам. Как вам? Как вам Тойотка? Сейчас мы найдем, куда что тут втыкается. О, вот так. Вот так это выглядит. И вот такой угол поворота. Я думаю, с проходимостью у нее проблем не будет. Фары. Но это все потом подладится. Сейчас, значит, мы с вами смотрим, что здесь и как. Ну и в ближайшее время отправляемся на тесты. Будем сравнивать его со стоковыми ремками. Посмотрим, мешает ли задний свес. Вот. И как себя ведет вот эта система. Ну все. Всем спасибо за просмотр. Пока.